Жители многоэтажек неоднократно жаловались на несанкционированную свалку возле гаражей. Ржавые покорёженные боксы, большая часть из которых даже не используется по назначению, захламляли территорию общего пользования. Разрешительных документов на установку гаражей у владельцев нет. Был подготовлен пакет документов и направлен на рассмотрение межведомственной комиссии. По решению межведомственной комиссии данные гаражи были вывезены собственниками. Данная территория уже свободна и рассматривается вопрос о благоустройстве. Демонтированы 25 незаконно установленных гаражей.